коллеги, это обзор инкап от компании Tikmill, и с вами я, Артур Идиатуллин. С данными по внешней торговле за февраль, Китай решительно врывается в лидеры источников мрачных экономических прогнозов. Объем экспорта в юанях упал в феврале на 16,6%. При прогнозе в 6,6% импорт снизился на 0,3%, также не оправдав прогнозов 6,2%. В долларовом выражении данные были еще более неутешительны. Агентство Bloomberg поначалу отказалось верить в масштаб падения, ошибочно сообщив о росте экспорта на 16,6%, однако быстро скорректировало данные, добавив знак минуса. Неприятный осадок, особенно у алгоритмических трейдеров, вероятно, остался. Некоторую часть спада определенно можно списать на сезонный фактор, а именно празднование лунного Нового года, которое началось на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Скорее всего, стимулировав отгрузки в январе и наложив негативный отпечаток на показатель в феврале. Отскок индекса производственной активности в прошлом месяце в свете существенного спада во внешней торговле немного утрачивает актуальность в оценке состояния китайской экономики. В долларовом выражении экспорт рухнул на 20,7%, импорт на 5,2%. Торговый профицит также значительно снизился до 4,12 миллиардов долларов. Тем не менее, изучая динамику экспорта и импорта в исторической перспективе, роль сезонности выглядит довольно-таки убедительно. Можно видеть, что в предыдущие годы наблюдался характерный спад как в экспорте, так и в импорте в начале года. И это делают февральские цифры в этом году не столь устрашающими. Поэтому только данные за последующие месяцы позволят понять, является ли февральский спад выбросом или снижение вклада Китая в мировую торговлю обусловлено серьезными внутренними проблемами или спадом потребительского спроса в экономиках основных торговых партнеров, например, в США. Несмотря на приверженность США и Китая к диалогу, торговая она идет, похоже, полным ходом. Как видно из графика, импорт Китая из США снизился рекордным темпом более чем на 40% в феврале по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Это объясняет рекордное увеличение торгового дефицита США, данные по которому были опубликованы вчера. Уменьшение экспорта Китая сопровождалось также и сильным падением импорта из США. Поэтому, если кто и выигрыш от протекционистской политики, несмотря на общее замедление в глобальной торговле, то это Китай. Объем импорта из ЕС, напротив, увеличился на 5,8%, показали данные китайской таможни. Сокращение импорта из США может значительно повлиять на увольнение и создание новых рабочих мест в производственном секторе США. Видно, как импорт Китая из США значительно коррелирует с новыми заказами в производственном секторе США, что довольно-таки логично. И, вероятно, вот этот спад, он отразится на рабочих местах, на новых заказах американских фирм, но это последует чуть позже, с небольшой задержкой. Напомню, что в январе Народный банк Китая объявил о гигантском просто вливании ликвидности в экономику размером в 4,6 триллионов юаней, ведь различных форм кредитов, в том числе через теневое финансирование, обосновав это потребностями экономики в ликвидности в январе. Производственный сектор ответил слабо на стимулирование, и сейчас надежда остается на бурный рост в сфере услуг, которая компенсирует замедление в остальных секторах. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник.